Здесь, в могилах знати и высоких чиновников, которые были построены в Саккаре, мы можем видеть сцены, изображающие каждодневную жизнь древних египтян. На этих сценах показан рогатый скот, пересекающий Нил. Сцены улова рыбы на Ниле, в лодках, сделанных из стеблей папируса, а также показаны гиппопотамы и крокодилы. Эти сцены показывают носильщиков птиц как подношение покойным. Сцены разных видов подношения, типа птиц и рогатого скота. В каждой ступени есть ложная дверь для души, чтобы пройти к могиле. Имя и титул владельца могилы были вырезаны на ложной двери. Жертвенный рогатый скот, который предлагался покойному. Такие захоронения называются ступенями, с арабского языка «мастабас», которые имели прямоугольную форму. Некоторые захоронения разделены на похоронные палаты для владельца и его семьи. Самые известные ступени для высоких чиновников в Саккаре включают в себя Ти, Птахотеп, Кагемни и Мерерука. В пирамиде фараона Унаса стены похоронной палаты были украшены самыми старыми религиозными текстами – текстами пирамиды. Впервые они были вырезаны в этой пирамиде, сотни тысячелетий позволили королю иметь защиту бога солнца Ра. Это саркофаг фараона Унаса, последнего в пятой династии. Название Мемфис или Менф получено от имени короля Пепи. Первая пирамида, которая была названа Мен-Нефер, что значит «установленный и красивый». Этот город был столицей Египта в ранний династический период и Старого Королевства. 3100 по 2181 года до нашей эры. Храм Птаха, наблюдающий бог города, в основном относится ко времени короля Рамзеса II. Этот упавший известняковый колос Рамзеса II украсил опору храма.
Алебастровый сфинкс, обнаруженный в 1912 году, как предполагают поверье, представлял короля 18 династии. Это, вероятно, был Аменофис III. Он был сваен из цельного алебастрового блока. Музей Мемфиса содержит некоторые предметы и королевские статуи. К востоку от храма Птаха в области под названием Ком-аль-Каля находятся руины дворца и маленького храма Птаха, которые были построены Мирен Птахом, сыном Рамзеса II. Пирамида Мейдум располагается рядом с въездом в Аль-Файюм, 50 километров к югу от Дахшур. Эта пирамида была построена королем Хуни, последним королем Третьей династии. Она была закончена преемником королем Снефером в 2613 году до нашей эры. Она была построена как ступенчатая пирамида, но имеет уровневую поверхность. Король Снеферу, отец Куфу, Хеопс, позже построил две пирамиды в Дахшур. Первая известна как склонная пирамида. Архитектор должен был изменить угол этой пирамиды, чтобы уменьшить вес камня. Позже Снеферу построил северную пирамиду, которая была первой законченной пирамидой. Ее высота 104 метра.
Пирамиды Гиза – историческая легенда и одно из архитектурных чудес истории. Великая пирамида была построена королем Куфу, Хеопс, 4-й династии, который правил в течение 23 лет с 2589 по 2566 год до нашей эры, в течение которого он закончил свой мавзолей в форме полной пирамиды для предоставления телом жилища и его нужд в следующем мире. Пирамида была установлена своими сторонами так, что они направлены в четыре стороны света. Ее высота 146 метров. В ее строительстве использовалось 2 миллиона 300 тысяч блоков из известняка. Тысячи рабочих строили спиральный кирпичный скат вокруг пирамиды, который использовался, чтобы передавать блоки для увеличения уровня пирамиды. Комплекс пирамиды короля Хафре, Хефрен, сына Куфу, считался одним из лучших примеров королевских захоронений Старого Королевства из-за его четырех компонентов – пирамиды, погребального храма, тротуара и храма Дальвины. Пирамида Менкора Мисеренуса, сына Хафре, была не закончена, как мы видим из гранитных блоков в нижней части. Ее высота 66 метров. Вход в пирамиду Куфу находится на северной стороне. Она ведет большую галерею, 47 метров в длину и высотой 8,5 метров, покрытая гранитными блоками из Асуана. Она ведет к похоронной палате короля, где мы видим пустой саркофаг.
сегодняшней лодке музея эта похоронная лодка была найдена в одной из 5 лодочных ям на южной стороне пирамиды. Она построена из 1200 частей кедрового дерева. Эти лодки были предназначены для обслуживания короля в его путешествии в загробной жизни. Сфинкс, расположенный близко к храму долины короля Хафре, Хефрен, является частью комплекса пирамиды Хафре. Дом королевства Сфинкс представлял бога солнца, которого называли Харакаси, и он, как полагали, был надсмотрщиком кладбища, которое достигло божественного статуса и привлекало паломников. Как стало известно из древних египетских легенд, лев должен был защитить священные места. Храм долины пирамиды Хафре использовался для мумификации тела короля и позднее проведения церемоний для статуи короля, типа церемонии открытия рта. Эти церемонии выполнялись священником, чтобы дать жизнь статуям короля. Хеопс. Хефрен. Мисеренус. Египетский музей был открыт посетителям в 1902 году и отпраздновал свое первое столетие в 2002 году. Сейчас он содержит более чем 150 тысяч экспонатов. Это мавзолей Аугуста Марит, французского археолога, который построил первый настоящий музей в Булях в 1858 году и основал египетский антикварный салон в 1878 году. После смерти Марит
Гастон Маспера, французский археолог, который последовал за ним, стал главой антикварного салона и построил этот музей в течение правления Аббаса Хильме II. Палитра Нармер была найдена в храме Хорус, Хераконполис. Она датируется 3000 лет до нашей эры. Верхний регистр дает нам имя короля в Серахе, защищенный двумя главами богини Хазор. Во втором регистре король изображен в белой короне юга, размахивая своей мулавой и другой рукой захватывая волосы северного врага. Нармер был первым королем первой династии, которая объединила Египет. На другой стороне палитры король празднует красной короне севера на своей голове. Враги были казнены. Центр украшен двумя животными с длинными шеями, создавая символ объединения. Самый низкий регистр показывает короля в виде быка, разрушающего северную крепость. Статуя короля Хасахема. Статуя из кристаллического сланца, которая была найдена в Хераконполисе. Это самая старая известная королевская статуя. Этот король управлял Египтом в течение второй династии, 2770 год до нашей эры. Она изображает короля в белой короне юга и мантии юбилея. Статуя короля Джосера. Эта статуя из Саккары представляет короля Джосера, который управлял Египтом в течение третьей династии, 2630 год до нашей эры. Статуя из известняка показывает короля в королевском головном уборе, который называется Немис, и сложной бородой. Его титул написан на основе статуи. Статуя короля Хуфу, Хеопс. Крошечная статуя из слоновой кости, которая была найдена в Абидосе, в Верхнем Египте. Она представляет короля Хуфу, который правил Египтом в течение 4 династии, 2551 год до нашей эры. И построил Великую пирамиду в Гизе. Король в красной короне севера, и его имя написано на правой стороне его стула. Окрашенная статуя из известняка из Саккары. Он показывал сидящим со скрещенными ногами и поддерживающим открытый рулон папируса на его основе. Его глаза инкрустированы и выделены медью. Эти красивые окрашенные статуи из известняка принца Рахотепа и его жены Нафрет были найдены в их захоронении в Мейдуме. Их глаза инкрустированы кристаллом, кварцем и медью. На Нафрет парик и ожерелье. Их имена и титул написаны на корпусе. Сенеп был наблюдателем платинового шкафа фараона и служил королевским культом. Он помещен рядом со своей женой. Его короткие ноги скрещены в место, где они были бы заполнены его двумя детьми, которые были изображены голыми. Она была найдена в его могиле в Гизе. Статуя короля Ментухотепа II Непхепетра. Статуя найдена в Аль-Дейр-аль-Бахре. Этот король повторно объединил север и юг, основал Среднее королевство
и управлял Египтом в течение 11-й династии, 2061 год до нашей эры. Статуя из песчаника изображает его сидящим в красной короне севера и мантии юбилея. Статуя Синусетра III. Эта гранитная статуя была найдена в храме Ментухотепа Непхетры в Альдейр-эль-Бахри. Король изображен молящимся. Он управлял Египтом в течение 12-й династии, 1878 год до нашей эры. Эта голова является частью статуи столба Осирис, которую украсили ее храм в Альдейр-эль-Бахри. Хатшепсут была самой известной женщиной-фараоном и управляла Египтом в течение 18-й династии. Время, известное как период Амарна. Амарна в Среднем Египте является местом, которое король Ахенатен выбрал как новую столицу, чтобы начать свою религию бога солнца Атона. Король всегда изображен в стиле преувеличенного реализма, с удлиненным лицом и большими бедрами. Возможно, такой вид короля показывает его божественный аспект и его способность повторно посотворить себя. Он показан как мужчина в верхних частях тела и как женщина в нижних частях. Эта статуя была найдена в Тель-эль-Амарне. Ахенатон управлял Египтом в течение 18-й династии, 1353 год до нашей эры, после смерти его отца Аменхотепа III. Ахенатен и его жена Нефертити изображены сидящими и дающими сережки для одной из их трех дочерей. Семья защищена богом солнца Атоном. Эта незаконченная статуя из известняка показывает короля, целующего женщину, которая может быть его вторичной женой Кии или одной из его шести дочерей. Ахенатон показан с женой в святынях и на стенах молящимися и совершающими подношение богу солнца Атону. Многочисленные незаконченные статуи были найдены в симпозиумах в Тель-эль-Амарне. Например, красивая голова королевы, в которой мы видим скульптурные линии, которые определяют черты ее лица. Thank you.
Сокровище Тутанхамона было найдено в его могиле в долине королей около Луксора в 1922 году. Этот король управлял в течение 18-й династии приблизительно в 1350 году до нашей эры. Маска короля была помещена в мумию так, чтобы душа могла определить короля для возрождения. Она сделана из 11 килограммов твердого золота. Лоб маски защищен коброй, богиней севера, и стервятником, богиней юга. Ложная борода – формальное одеяние короля. Мумия короля была найдена в трех гробницах в форме мумий, друг в друге. Самая внутренняя из чистого золота, весит приблизительно 110 килограммов и инкрустирована полудрагоценными камнями. Это вторая гробница, она из позолоченного дерева, инкрустированная полудрагоценными камнями. Изображает перья крыльев Исис и Нефсис, король держит его скипетром. Это позолоченная деревянная святыня, защищенная четырьмя богинями – Исис с троном на голове и Селкет со скорпионом. Другие стороны – под защитой Нефсис и Нейс. Эта святыня содержала алебастровую грудь, которая держала золотые коробки в форме мумии. Золотые коробки держали четыре мумифицированных органа, которые были удалены во время мумификации – легкие, желудок, печень и кишечник. Шесть колесниц были найдены демонтированными в могиле Тутанхамона. Колесницы были очень важны для охоты и борьбы и были похоронены с королем, чтобы он мог использовать их в загробной жизни. Эти статуи в натуральную величину были найдены обрамляющими вход похоронной палаты в качестве охранников для защиты короля, они из позолоченного дерева. Король держит его мулаву и тростник и одет сандалии. Статуя представляет короля в головном уборе Хат. Текст говорит, что это король Осирис, бог мертвых. На другой статуе король в Немесе, в королевском головном уборе. Это статуя шакала Анубиса, бога мумификации. Она находится на позолоченном деревянном бюсте, на котором были найдены амулеты, символы и драгоценности. Это единственный фараонский трон, который выжил.
Он сделан из деревянных и золотых листов, серебряных и полудрагоценных камней. Король представлен сидящим. Его жена Анхисинамун протирает его плечо духами. Трон защищен двумя львами и двумя богинями – коброй севера и стервятником юга. Мумия короля Сикененра. Он управлял Египтом в течение 17-й династии, приблизительно в 1500 году до нашей эры. Этот король лишился жизни в борьбе против Хиксоса, который занял север Египта. Он был убит ударом топора по лбу. Мумия Тутмоса IV. Она была найдена в тайнике мумии в долине королей. Он управлял в течение 18-й династии, приблизительно в 1387 году до нашей эры. Мумия Рамзеса II была найдена в тайнике мумии в Дер-эль-Бахре. Эта мумия была восстановлена во Франции в 1970-х годах. Рамзесу было 92 года, когда он умер. Его возраст можно определить по его мумии. Мумия Меренптаха, сына Рамзеса II. Мумия королевы Хатшепсут была неопознанной в течение длительного времени, но анализ ДНК показал, что это фактически королева. В начале второго столетия нашей эры римляне построили крепость на месте под названием Вавилон. В руинах этой крепости было построено множество церквей. Местность теперь известна как Коптский Каир, Старый Каир. И это центр христианства в Египте. Тем более, потому что здесь побывало святое семейство. Подвешенная церковь – одна из самых старых церквей в Египте. Получила свое название, потому что она построена над водными воротами крепости. Она посвящена Деве Марии. Эта церковь была построена в конце 3-го, в начале 4-го столетия нашей эры. Здание подверглось многочисленным изменениям и восстановлениям. Ее длина – 23,5 метра, и ширина – 18,5, и высота – 9,5 метров. Она содержит 110 икон, относящихся к 6 и 8 столетиям нашей эры. Фасад относится к 19 столетию, интерьер к 9. Имеет 3 сводчатых прохода с деревянной крышей. 3 фасада алтаря из дерева, инкрустированного слоновой костью. Подвешенная церковь стала местом патриаршества после того, как видение было перемещено патриархом Кристодолосом VI из Александрии в Альфустат, Коптский Каир.
Коптский музей был построен в 1908 году Моркасом Самика Паша и увеличен в 1947 году. Он обладает коллекцией коптского искусства, относящимся к 300-1800 годам от нашей эры, который считается одной из самых больших из всех подобных собраний. Музей был полностью отремонтирован в 2006 году. Коллекция прибывает из Каира в монастыре пустыни Инубии. Капиталы колонн различных форм относятся к VI и VII столетиям. Фреска представляет Адама и Еву до и после совершения их греха из старой церкви в Аль-Файюме. Часть льняной занавески украшена группами танцоров и воинов, которая была найдена в захоронении в Среднем Египте, 4 столетие. Икона, которая показывает архангела Микаила, который одет как солдат, держащий весы и крест. Икона Иисуса Христа, сидящего на троне. Он поднимает свою правую руку как знак благословения, и в его левой руке он держит открытое священное писание. Фреска, нарисованная акварельными красками на грязи, которая была найдена в монастыре в Баюд, в Альминье, 6 столетие. В нижней части показана сцена, изображающая Иисуса ребенком, окруженного апостолами и двумя местными святыми. В верхней части Иисус изображен сидящим на троне, окруженный четырьмя творениями, упомянутыми в Ветхом Завете. Коптский музей известен своей коллекцией икон, относящихся к 8 и 9 столетиям. Икона Девы Марии с 15 святыми. Святой Павел и святой Энтони в восточной пустыне. Мы также видим ворону, которая приносит им ломтик хлеба. Каждый год в начале июня
Коптская церковь празднует прибытие святой семьи в Египте. Дева Мария едет на белом осле, в то время как Иисус Христос держится на правом плече плотника святого Джозефа. Эта икона показывает золотую тарелку с головой святого Джона, Баптиста. Деревянная шкатулка для Библии, покрытая серебряным листом и украшена цветами, показывая великолепный стиль работы. Много объектов, относящихся к 4 и 5 столетиям, были найдены в старых домах и церквях, принадлежащих коптскому сообществу. Среди них были бронзовые детали, как подсвечники, золотые монеты и драгоценности. Два папируса, на которых написано на коптском языке, являются частью Нового Завета, были найдены в Наг-Хаммаде, второе столетие. Новый Завет написан на коптском и арабском языках, 13 столетие. Известняковые бордюры из сакары украшены животными и растениями. Шестое столетие. Создание глиняной посуды имело ценность в течение коптского периода. Эта глиняная посуда использовалась для хранения вина, используемого с общиной. Они украшены животными, птицами, рыбой, крестами и святыми. Верхняя деревянная перемычка подвешенной церкви представляет собой вход Иисуса Христа в Иерусалим. Детские игрушки. Thank you.
Каир известен как город тысячи минаретов, самые известные из которых – минареты мечети Аль-Азгар, Аль-Рифай и Султана Хасана. Мечеть Мухаммеда Али характерна своим большим куполом и красивым минаретом. Как мы можем видеть, стены мечети сталкиваются с алебастром. Она была построена в стенах цитадели, которая была построена Салахиддином в 1176 году для укрепления города против крестоносцев. Мухаммед Али потратил 18 лет для ее постройки с 1830 по 1848 год. Фонтан очищения с 8 мраморными колоннами находится в внутреннем дворе, окруженный залами, покрытый куполами. Мавзолей, где похоронен Мухаммед Али, находится в зале для молитв. Мечеть имеет два минбара – деревянный со времен Мухаммеда Али и из альбастра со времен правления короля Фарука. Мы также видим большие люстры с искрящимися лампами. Мечеть Аль-Азхар была основана в 970 году. Это одна из самых старых мечетей в Каире, а также самый старый исламский университет. Мечеть Медресе Султана Хасана была построена между 1356 и 1363 годами. В этой мечети преподавались четыре основные суннитские школы исламского права. Наибольший коридор с арабского Иван – главный и имеет очень изящное украшение из цветного мрамора и штукатурки. Мечеть Ибн Тулуна – самая старая, хорошо сохранившаяся мечеть в Каире. Она была построена в период между 876 и 879 годами. Она известна своим необычным минаретом, который имеет спиральную лестницу. Музей исламского искусства. Музей исламского искусства представляет великие коллекции с разных исламских периодов.
В этом музее несколько примеров деревянных мест для молитв, принесенных из мечети Аль-Саида Рукаев, Аль-Саида Нафиса и Аль-Асхар. Деревянные части, инкрустированные слоновой костью, черным деревом. Некоторые примеры минбаров показаны в музее, например, принцесса Амира Татар из Аль-Хиджаза, дочь Аль-Насара Мухаммеда ибн Калауна. Минбар состоит из двери, лестницы и места для шейха. Стороны украшены инкрустированной слоновой костью. Деревянные коробки, инкрустированные слоновой костью. Здесь множество деревянных дверей, которые имеют различные модели. Некоторые украшены только на одной стороне, другие украшены звездами по обеим сторонам. Они считаются великолепным примером исламской декорации. Некоторые из дверей покрыты серебром. Великое исламское искусство представлено на лампах, которые украшены разными цветами. 19 таких ламп были взяты из медресе султана Хасана. Они считаются самыми прекрасными примерами таких ламп, найденных в Египте. Бронзовый подсвечник украшен серебром и надписью, которая сделана ремесленником по имени Хадж Исмаил и дизайнером по имени Мухаммед ибн Аль-Фатух Аль-Мусли. Он относится к 7 столетию, 13-е столетие нашей эры. Среди керамической коллекции есть детали с периода мамлюков, которые являются имитациями китайского стиля. Это зеленый керамический кувшин, украшенный цветочными мотивами, относящийся к 8 столетию, 14-е столетие нашей эры. Самая замечательная ваза в музее – керамическая, взятая из амфоры, с опорой и двумя руками, принимающими форму части тела рыбы. Тот же самый стиль художественного оформления использовался во дворцах Испании в исламский период, 9-м столетии, 15-е столетие нашей эры. Мы видим великолепный Коран, написанный чернилами на пергаменте в куфическом подлиннике, датирующемся с периода Умейяд. Он был найден в великой мечети Бахнаса в Верхнем Египте.
различные рукописи сер под названием Фатимид, Аюбид, Аббасид и Мамлюков. Особенный вид керамики показан в одной из витрин. Он появился в Египте, Иране и Ираке. Декорация монохромна и охарактеризована цветочными мотивами. Это астрономические инструменты. Они обычно использовались повсюду в исламском мире. И среди них есть компас с отоманского периода в 11 столетии, 17 столетии нашей эры. Они украшены видом Аль-Каба и его окружения. Это астрономический шар, сделанный из дерева и бронзы. Есть пример одного, украшенного серебром, имеющего имя турецкого султана, Баязида II, и относящегося к 1486 году. Его дизайнером был Шокр-Алла Мухлис Шируани. В музее есть много копий Корана. Самые важные из них относятся ко времени периода мамлюков.